Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Wolfenstein 2. Друзья, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, как у вас дела, ребята, кстати. Так, ну что ж, погнали. Спасибо. Возьми назад свои крылья. Они мне больше не нужны. Так. Бласкайс! Дружище! Чё? Какое счастье! С возвращением в мир живых! Ох, с возвращением и все такое, Бласка! Я бы ущипнул тебя за щеку и потрепал по башке, но если мы уроним эту штуку, она рванет и потопит всю лодку нахер! А может подойти сюда и помочь? Максхас! Максхас! О боже! А вот и дурак явился! Отойди, Макс! Это опасная штука! Она делает бабах! Ох, ребята, молитесь, кобзец нам! Он всех угробит! Нет, нет, нет! Макс Хас. Поносная хер, что это сейчас было? Отлично, Макс! Великолепно! Ох, я пердун старый. Растрогался из-за тебя, Бласка. А нам еще нужно подключить эту штуку по пути в Новый Орлеан. Так, о, можно улучшить оружие. Можно оружие улучшить, это хорошо. Так, увеличенный магазин, рикошет, ротор. Угу. Так, во, снайперский прицел, ну нет, снайперский прицел что-то как-то неохота присобачивать на самом деле. Давай, вот, может быть, вот этот тяжелый, очень мощный автоматический боевой дробовик. Вот. А кусочки шрапнели отскакивают от твердых поверхностей и наносят дополнительный урон врагам поблизости. Увеличенный магазин. Угу. Ну да, вот это вот. Да. Пускай будет вот так. Навыки. Навыки, ага. Стоп, нет. Приспособление. Поговорить с Грейс. Так, ладно. Привет. О, Гера Бласковец! О, Гера Бласковец! Я видела, что она с вами сделала! Это ужасно! Простите! Простите, простите! Простите меня! Тысячу раз простите! А теперь... Надо узнать, есть ли у Грей задание. Хочу опробовать новое тело. Да, сейчас узнаем. Привет. Рад тебя видеть, Грейс. Черт. Бласковец, ты просто охеренно крепкий орешек. Ты в курсе? Что это? Шмотки чудила из Розуэлла. Он выгреб все из центра управления и сбросил сюда. Так и не разобрал. Он был хороший. Он при мне погиб. Я не мог помочь. Что он сказал? Когда? Перед самой смертью. Хочу знать. Сказал. Это были пришельцы из космоса. Твою ж мать! Эй, Сет. О, Ингели, как все функционирует? Привет, Грейс! Из ваших? Что это? Где ты это взял? Суперчудило хранил в Розуэлле. Нашел на месте крушения в 47-м. Похоже на... Не может быть. Он... О, Готтеной! Сэр. Готтеной, мне... Прости. 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 Грейс! Это наступление! Пусть врубит двигатель на всю катушку. Полный, мать его, вперед, сестра! Да, мэм. Я им скажу. Мы держим курс на гетто Нового Орлеана. Заходи, Бласковец, присаживайся. В этом гетто возникла одна из последних повстанческих групп в Америке. Ее возглавляет Хортон. После войны нацисты обнесли город стенами. И затем сгребли со всей страны ненужных им людей и загнали туда. С
той поры Хортон и его товарищи застряли там и продолжают вести борьбу в поистине кошмарных условиях. Но из-за последних событий нацисты усиливают давление. Эскадроны смерти атакуют города, убивая всех подряд. Твою мать, они хотят зачистить все гетто, чтобы никто не выжил. Надо что-то сделать. Верно. Ну что, твое новое тело готово мочить нацистов? Как никогда раньше. Меня не остановишь, я как... Черт! Гребаный товарняк. Ты и есть гребаный товарняк. Ладно, до Нового Орлеана нужно будет сделать одну короткую остановку в Манхэттене. Ознакомься с боевой задачей. Активируй вон там военную карту и открой справку о районе Манхэттен. Ясно. А да, Бласковец, вся эта заварушка сыграла нам на руку. Да? И как же? Твою казнь показали по всем каналам. Нацисты думают, что ты мертв. Они даже очухаться не успеют. Но она все правильно говорит, на самом деле. Все верно. Так. Так, получается, курс на Манхэттен, да? Район противоатомного бункера. Стоп, подожди. Ну тут как бы только две цели. Подлодка и Манхэттен. Значит, Манхэттен. Поспеши, Бласковец. Внизу высокий уровень радиации. Так. Здорово. Бласковец, проникни в бомбоубежище, пока тебя, ну, понимаешь, не убила радиация. Я все понял, да. Тут уже Бласковец не в костюме, поэтому нужно быть гораздо осторожнее. Словом, псина. Вообще дробовик топчик. Где псина? Пошла вон, шавка смердячая. Куда-то сюда надо, на самом деле. Надо разобраться. Блин, радиация тут херачит, конечно, конкретно. Темно слишком. Вот как-то туда надо попасть. У меня есть? Да, есть. Нет, не прокатит. Чё-то, да? Так, а тут? Есть что-нибудь такое? Да нет. Не, если только, может быть, вот сюда? Но нет же, по другой лестнице спустился. Что-то здесь надо сделать такое, что я пропустил. А, я понимаю. Ага, хорош. Нацисты хранят украденное досье на своем командном пункте. Тебе нужно как-то туда попасть.
обеззараживание. Чтобы нейтрализовать радиоактивные частицы. Или как там правильно говорится. Так, обнаружен сигнал. Ладно. Так. Давай забирайся, братан. Не расстраивай меня. Недоступно. Так. Бери. Так, внимательно надо осматриваться, потому что тут может найтись то, что может понадобиться. Ох ты ж, падла, это кто сделал? Найти командный пункт. Легко сказать. Но я думаю, что где-то вот, где-то как раз в этой стороне. Где-то вот тут. Верните мне мои дробовики прекрасные. Отдыхай, тварь железная. Так. Все, панику подняли. Где лестница? Понятно. Так, не хочет. Ну, не хочет он почему-то разбираться. Ладненько. Лежать бояться. Повернуть второй рычаг теперь надо. Упс. Давай, пшёл. Ну хотя бы сразу понятно, куда надо направляться. Забирайся. Так, бери обязательно дробовик. Два дробовика. Это сила. Ах ты дрень. Тревога поднята, ну понятное дело. До свидания. Так, здесь что-то есть? Да. Отдыхай. Чё за херня такая? Бери билет. Надо было топор забрать.
Грейс ждет досье по Новому Орлеану. Значит, можно уходить. Да, можно уходить. Вы в хлеву, что ли, родились? Сейчас радиации напустите. Бласковец, я готов тебя забрать. Поднимись повыше и оттуда подай мне сигнал. Боеприпасы закончились. У дробовика, похоже на то. Плохо. Дробовик-то мощный. Так. Хрена себе. Все почти на месте. Бласковец. На месте, да? Я вижу. Я уже подлетаю. Так, хорошо. Надеюсь, без казуса получится, все будет четко. А, все. Покинуть уровень. Мы отлично сработались и... Вот дрянь. Что за фигня? Мужик, ты как? Сет, гляди-ка, я припёр свеженьких нацистских роботов. Отличные объекты для твоей важной научной работы и все такое. Эй! Оу! Шашана, гляди, кто пришел! Сам Шимшин Бласковец! Что ты наделал, Ингели? Как ты мог? Я теперь только и делаю, что изучаю артефакт, который ты принес. Изучаю и злюсь! Видишь ли, инженеры Тат и Худо, создавшие эту штуку, назвали ее ключом Бога. А я скажу, только полный шмак воспримет это буквально. Ведь, во-первых, это не ключ. Я никакого ключа тут не вижу. И что гораздо важнее, я не знаю, зачем он нужен на самом деле, и поэтому я злюсь. Я в бешенстве. Ясно. Он снова запустила терминал Энигмы. Я видела. А зачем? Сидит в рубке и запрашивает коды Энигмы. Что за коды вообще? Грейс! Грейс! Тихо, мудозвон, разбудишь, а я тебе шею сверну! Вот досье по Новому Орлеану. Прости, несколько часов не могла ее уложить. Так... Пошли. Другие новости. Министр внутренней безопасности генерал Энгель поклялась очистить Америку от, цитирую, преступников и террористов. Конец цитаты. Теракт в Розуэлле всколыхнул американский народ. Наша жизнь не столь безмятежна, как нам казалось. Сегодня поговорим с леди Хеленой о новом фильме, самом дорогом в истории кинематографа, который расскажет о поисках и аресте жуткого Билли. Мы зададим леди Хелене главный вопрос. Кто сыграет жуткого Билли?
Есть ли актер, способный передать на экране все зло одного из величайших убийц в истории? Штаб, 5 минут. Мои братья и сестры. Я уже очень много раз слышал о лидере сопротивления. Лидере по имени... Хортон. Простите, никак не настрою заразу. Хортон. Хортон и его отряд прячутся в гетто Нового Орлеана. У этого лидера есть важные контакты с другими уцелевшими ячейками сопротивления в США. Ты, Бласковец, отправляйся туда и заручись его поддержкой, лады? Однако, провернуть это непросто. Нацисты окружили Новый Орлеан охеренно высокой стеной. Тяжелые орудия на вышках, а береговая линия утыкана минами. Подлодки туда не пробраться. Ну и что? Да хер с ними! У нас есть кое-что еще. Аня, говори, куда стрелять, Грейс. Вы с Фергюсом проникнете в сторожевую вышку восточного периметра, которая на озере Борган. Отключите мины, мешающие нам войти в озеро Пончартрей. Тогда мы прибудем на этой подлодке в город и заберем всех выживших. Новый Орлеан надеется на нас, братья и сестры. Так. Бласковец, мне нужно, чтобы ты перебрался через эту огромную стену. Ищи любой проход, который позволит тебе попасть внутрь стены. Уже нашел. Эй, Бласко! С тех пор, как мы здесь, я не видел гражданских. А вот кого наоборот полным-полно, так это нацистов. Надеюсь, тебе повезет найти выживших. Конец связи. Так. Мне бы не помешали боеприпасы. Для дробовика причем. Потому что они актуальнее всего получается. Привет. Отдыхай, тварь. Вон. Да что ты стреляешь-то? Все, тревога. Так. Вдохни. Что, еще не все? Ну, теперь значит все. Да? О. Бласковец, иди к старому зданию American Bank. Там должны укрываться Хортон и его группа. Найди их. Убеди присоединиться к нам. Да. American Bank. Какой нынче курс доллара?
Ты что, не все что ли? Пошел вон! Броню бери. Я еще не знаю, туда ли я направляюсь или нет. Ориентира-то особо не замечаю. Новый Орлеан. Тебя не вернуть. Не понял. Но я могу покарать тех, кто тебя уничтожил. Вот сюда, да? Ага. Давай. Давай, быстро. Опа. Быстро. Похоже, придется срезать через это здание. Так, срезать это... Дверь откроется? Да, открылась. Вышиблась, точнее. Хрена себе, псина на куски разлетелась. Быстро. Быстро собирай все, что можно. Да, падла. Тебе тоже на. Слушай, что, тебе мало, что ли? Да вы издеваетесь. Их много. Да. Блин, это было вообще на волосок, опасно было достаточно. Так, да, бери дробовик. Хорошо. Ну-ка. Скорее всего, он туда надо бежать. Куда-то сюда, да? На ту сторону. Может, я смогу использовать мостовой кран. Нужно запустить мостовой кран. Давай, давай, сейчас запущу. Ага.
Ребят, на паузу ставим, читаем. Так, мостовой кран заработал. А как отсюда выйти-то, я не понимаю. А, все. Ладно. Так, спокойно. Уильям, мы продолжаем путь от вышки. Мины обезврежены. Фергюс пошел в разведку. Только что столкнулись с нацистами. Еле выжили. Уильям, не знаю, нормально ли это, но кажется, я из-за беременности слегка возбуждаюсь. О боже, на эту частоту все, что ли, настроились? Да? Да, Макс Хасс. Да, по-быстрому. Блин, дерьмо. Да. Ни хрена себе полетел как. Тупик. Нужно проделать новый выход. Новый выход нужно проделать, да, говоришь? Ну давай. Да нет же, ну как так? Или сюда? Опа-па. Каким же образом-то новый выход проделать, интересно? Хотел бы я знать. Хотя знаю, каким. Ну и чё? Как это надо сделать-то, я не пойму. Выбраться из депо. Тут что-то нужно, я уверен. Ага. Нет. Не подходит, странно как-то. А вон, я понял, куда идти. Зря парился. Все. Давай, братан, спеши к выходу. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.